На видео можно увидеть яркий шар, который завис над городом и постепенно стал разгораться. Он становился все ярче и ярче, и в конце вспыхнул и потух. Вот так прокомментировала автор видео заснятое ею явление. После того, как она разрядилась, полгорода осталось без света. Сказали, что на электростанции сгорели несколько трансформаторов. Свет начали восстанавливать только сегодня, ближе к вечеру. Однако в комментариях к видео отметились и скептики. Никакая это не шаровая молния. Обычное замыкание сети электроснабжения, посчитали они.